Хадис от Абдуллах ибн Хубейба, да будет доволен им Аллах. Что в действительности пророк, мир и благословение ему и его семье, сказал ему, чтобы он читал утром и вечером по три раза. И разъяснил, что этого ему будет достаточно от всего дурного. Суть в том, что человеку необходимо читать эти три суры каждое утро и каждый вечер. В соответствии с этим приказом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям.